Решил освоить новую культуру, как говорится. Эта культура новая, и пока еще не знаю, как она себя поведет. Но это персик. Вот. Ему второй год в этом году вот вырос. Вот до такого размера. Но это считаю нормально. Их у меня здесь 4 штуки. Вот этот первый. Вон там второй. Крупным планом сейчас покажу. Вот там второй. Вон там третий. И тут четвертый. Ну и вот тут в мое отсутствие тут все заросло. Уже вот сейчас вот все повыдергал. Вот он остался маленький. Потому что его задушил тут тыква, тут помидоры. Все пришлось повыдергивать. Вот он остался, как вот что значит затенение. Вот этот более-менее он. Вот четвертый. Не знаю, вот. Вот он. Четвертый персичек. Ну, персик это, как говорится, такой фрукт, он, как считается, эталон вкуса у него самый-самый такой. Вот. И очень скороплодная культура. Поэтому третий-четвертый год они уже начинают плодоносить. Поэтому, думаю, все будет нормально. Главное, как говорится, было бы желание. Ну и, соответственно, нужный, то есть соответствующий посадочный материал. Не то, что там со Средней Азии, как говорится, или с Турции, которые привозят зелеными. С них, конечно, ничего не получится. А вот тот материал, который вот уже зрелые косточки, с них что-то может получиться. Кстати говоря, это все с косточек выращено. Вот. Ну, варианты есть, надо все пробовать. И с косточек, и прививки. Ну, на данный момент пока решил с косточек. А дальше будет видно. Война план покажет.